Ульяновский театр кукол гораздо раньше открыл свой театральный сезон. Мы это делаем не просто в качестве эксперимента. Мы хотим это сделать доброй традицией. 12 августа Ульяновский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Теремок». Уникальный проект – шоу актерских импровизаций. Что такое импровизация? Это уникальный жанр, единственный в своем роде, где театр рождается прямо на глазах у зрителей. По заказу зрителей молодые артисты разыгрывают различные ситуации, моменты, сцены. Интерактивные конкурсные развлекательные программы «Танцующая пятница» и «Поющая суббота» с участием творческих коллективов ЦНК. Эта программа называется «Территория сотворения». Действительно, тут идет сотворчество и артистов. Это коллектив художественной самодеятельности Центра народной культуры выступают. И непосредственно участвуют наши зрители. 11 августа в селе Ламы Ульяновского района состоится открытие 15-го открытого межрегионального фестиваля авторской песни «Ламы-2017». Она проведет ряд мастер-классов исполнительского мастерства, игры на гитаре. Петр Васильевич Павлов вошел в историю отечественной живописи как мастер исторической картины, как великолепный портретист, как мастер пейзажей. Все эти грани его таланта хорошо представлены в экспозиции. Выставка работает ежедневно с 10 до 18:00, кроме понедельника.